umma.ru. Достоверно об исламе. Старайтесь быстро похоронить покойного. Пояснение: не задерживайте процедуру предания тела земле. В хадисе продолжается: «Фаиндаку салиха фахайрун тукаддимунаха илейх». И если он был хорошим человеком, то это благо, к которому вы его ведете, приближаете. А если он был каким-либо иным, то это зло, которое вам следует поскорее скинуть с плеч. Вот такой хадис. Посланник Божий сказал одному из своих сподвижников: «Поистине у тебя есть два качества – любимые Богом